Только когда демонтировали яркие сиденья, сняли навесы и скатали дорожки, стало очевидно, насколько устарели несущие конструкции. Последняя госэкспертиза предупреждала, стадион может выдержать только 30% от запланированного количества зрителей. И демонтаж, скорее, вынужденные меры безопасности. Ну, конечно, немножко жалко, но тем не менее, скажем так, стадион уже устарел, коммуникации устарели, абсолютно пришли негодность. Но на замену открытому стадиону придет универсальный зал, прилегающий к Дворцу спорта. Долгое время стадион «Светотехника» оставался меккой спортивной жизни республики. Удобное расположение, да и просто отсутствие альтернатив никогда не давали ему пустовать. Домашнее поле футбольного клуба «Мордовия» на зиму принимало участников международных соревнований по спидвею, а когда чемпионат заканчивался, превращалось в самый посещаемый каток. Сейчас искусственное покрытие пятого поколения отвезли на старт. Пластмассовые кресла распределили между республиканскими школами. Хоть и говорят, ломать не строить, бригаде из Самары на демонтаж выделили 3 месяца. Свято место пусто не бывает. Территорию уже осматривают проектировщики площади тысячелетия. Хотя мы патриот своего города Самары, но Саранск очень красив. Когда будет площадь тысячелетия, он будет еще лучше. Только вот от спидвея, видимо, в следующем сезоне Саранску придется отказаться. Приспособленных под мотоспорт стадионов в республике больше нет. Специально оборудованная трасса существует пока только в проекте. Алена Бушева, Андрей Просвиркин, Вести Мордовия.